Еще на 60 дней в России продлен запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей с долей алкоголя более 25%. Речь о непищевой продукции. По-прежнему исключение для парфюмерии и автокосметики. Продлить ограничение решил Роспотребнадзор, который проанализировал итоги 30-дневного эмбарго, введенного после массового отравления в Иркутске. Оказалось, по всей стране число новых отравлений снизилось на треть, а летальных случаев от злоупотребления алкоголем в празднике на 65% меньше. Напомню, запрет ввели после того, как в Иркутской области скончались 76 человек, которые употребляли лосьон для ванн «Боярышник». Более 100 были госпитализированы. В составе оказался опасный метиловый спирт. После этого случая были задержаны 22 человека, поставщики и изготовители. А в обществе разгорелись споры о возможности ужесточения наказания за контрафакт, повышения акцизов и методах борьбы с пьянством как источником проблемы.